Я уже вижу ваши вопросы, типа, старина, как бы нам проверить свою удачу, испытать ее прям и поднять денег? Пацаны, все просто, есть прекрасный сайт GetX, на котором есть очень интересный режим, как краш. Сейчас я покажу, как это все работает. Вот вы видите, у нас летела ракета. Мы сейчас уберем автостоп, поставим 1000 рублей. Наша ставка принята, играем, забираем. Изи, плюс 320 рублей. Идет прямо в мой кармашек. Здесь все зависит от вашей интуиции. Также здесь очень простой вывод средств. В правом верхнем углу у вас есть баланс. Нажимаете на него, нажимаете «Вывести», выбираете банковскую карту, вводите счет своей банковской карты, выбираете сумму, которую хотите вывести, нажимаете «Вывести», и заявка на вывод средств отправлена. Деньги придут вам максимально быстро, и в своем личном кабинете вы сможете отсмотреть, как транзакция прошла успешно. Также на сайте GetX есть очень крутая бонусная программа. Бонус за репост 100 рублей, бонус за подписку в Telegram 5 рублей. И каждые 15 минут вы можете крутить рулетку и поднять до 1 рубля каждые 15 минут. Ну а по промокоду MUSTHEAD и ссылочке, которая находится в закрепленном комментарии, вы получаете 50% к пополнению баланса. Играйте и выигрывайте. Салют всем, с вами MUSTHEAD, это пятничный дайджест, и мы его открываем сразу же клипом. И охуенным трючком, я уверен, который мне сейчас принесет много эмоций. Моргенштерн, я убил Марка, Оксимирон Дис. Но это, бля, интересно. Типа, уже по заголовку это интересно. Подпишитесь на канал. Давайте добьем 25 тысяч подписчиков, мне будет очень приятно. На телеграм-канал подпишитесь, я туда буду заливать всякие эксклюзивщики. Например, какой-нибудь трек, который не попал в этот дайджест, я пока что не знаю какой, либо Сода, либо Gone Flat, потому что их часто блокируют, я закину в свой телеграм-канал. Как вам такая идейка? По-моему, круто. Вот, и чё? Лайк поставьте, комментарий минимум из 4 слов напишите для продвижения. Особенно лайки ставьте, давайте там, не знаю... Блин, видос популярный, дайте косарик лайков соберем, вообще будет классно. Гоу. Это Моргенштерн. Окей, я хейтер, да? Откуда, блядь, пока не понял. Специально для богатей мюзик, слышите мои рифы? Блядь, подождите. Это или не из я хейтер бит? Богатей мюзик, слышите мои рифы? Рэперы стареют, понимаем. Блядь. Откуда этот бит? Пацаны, будет душная реакция, потому что, ну, мне интересно это прям разобрать. По-моему, это я хейтер. Я хейтер. Оксимирон. Да, она будет долгой, нудной, скучной. Кто-то из вас уже перемотал. Нахуй мне версия под баян. Вы чё, блядь, угораете надо мной? Ну да-да-да, это я хейтер. Рэперы стареют, понимаем, может. Все мы постарели, но не так же, как ты. Говоришь, ты не глуп, ты долбоёб. Все мы давно знаем то, что ты Оксимирон. Понимаю, больно, когда мало налей. Ну такой бадбарсик. Когда не хватает СПБшных солей. Понимаю травму, жалко тебя, милый мой. Трудно быть жертвой публично изнасилованной. 5-0, сука, 5-0. 5 лет тишины, затем проебанный альбом. Я слышал это все, когда был, как ты, сука, ростом. Красоты тут ноль, тут только банкротство. Ты мой читатель, все читаешь в нашем... Чё там? Читатель, все читаешь. В нашем чате, бля, послушай войсы наконец. Ну, Окси, ну, пожалуйста. Кладу кумиру, я салупу на могилу. Поверить не могу, а начиналось так красиво. Ну-ка, я пропустил немного. Читатель, все читаешь в нашем чате. Бля, послушай войсы наконец. Ну, Окси, ну, пожалуйста. Кладу кумиру, я салупу на могилу. Поверить не могу, а начиналось так красиво. Окей. Ну-ка. Говно. Залупа, пенис, хер, давалка, хуй, Мирон, бледина, головка, шлюха, жопа, член, говно, залупа, пенис, хер, хуй, Мирон, бледина, головка. Бля, над клипчиком заморочился. Ка, шлюха, жопа, член, говно, залупа, пенис, хер, хуй, Мирон, бледина. Меня белым попытался трахнуть, попутал, мне же не 15.
20 лет. 24. Тысячи подъебок, дяди. Ну, это отсылочка к что-то там к изнасилованию, да, там в прошлом году ходила история, что Мирон там когда-то кого-то давно. Было две. Всего лишь две. И в 22-м году ты чё, бля, Моргенштерн? Трек за треком, чартов нет, я понимаю больно. Хотя стоп, ты же не знаешь, что это такое. Мирону нужно дать леща, он никого не тронет, но порвет любого за лирических героев. Называется грустный трамп. Не, ну за про лирических героев типа прикольно. Там треки будет больше флоу, чем за всю твою карьеру, сука. Ты увидел здесь на гофа, избылись твои мечты. Даже ебучий батл рэп, блять, возродил не ты. Мне не обидно от лайнов и прочих хуеты, но мне больно от того, какие у тебя биты. Интегральная гипербола ректальной кибернетики. Со смыслом нахуй. На твоей кровати ебутся педики. Тебя хватило лишь на слабый пол. Смотри, как это делают короли маркетинга. Не, стоп, стоп, убери бит, Бля, прикольно. Не, он обыгрывает вот этим флоу, типа, тут он так сделал, там, бля, интересно. А чё, может, ресторатор там? Мне кажется, это пиздец было бы. Короче, и верни потом его. Е! Это отсылка тоже к какому-то старому треку, я не помню... Сейчас не вспомню, как он называется. Хоть себе признайся, почему решил ответить мне. Мог бы написать, но ты посоришь в интернетике. Ты выбрал меня, хоть тебя тесит каждый третий. Бля, ебать он там по кадрам, конечно. Тебе не обидно, тебе просто нужны рейтинги. What the fuck, раньше было лучше, я согласен, это факт, верни мне Мирона, что мечами выпускал, Горгород залупа, ведь я не люблю читать, я слышал уродство, когда выйдет красота. Ты так смело позаришь, блядь. Я слышал уродство, когда выйдет красота. Но он не прям глубоко, да, декодит противника, но при этом вот эти панчи, которые лежат на поверхности, он их хорошо пронюхал, типа, и прям накидал. За политику, тексты без конкретики, проверены юристами. Съебался по-английски, по паспорту, блядь, английскому. Ладно, ты не скользкий, меня убила Марка. Все, пацаны, меня убила Марка. Марк, привет, это Кира. Пошел нахуй. Окей. Склеечка. Бля, ну это интересно. Будет ли продолжение у этого всего? Хотелось бы. Но вы прикиньте, какой может быть заголовок батла Оксимирон Моргенштерн. На битах, без битов, это все равно было бы интересно. Ну а Морген накинул интересных строчек. Там, взял пародии клипов «Я хейтер», «Кто убил Марка», как раз очень, причем раскадровочка прям очень похожая. И, бля, он выдал хороший звук, пару хороших лайнов, ну, для батл-рэп уровня, типа, это, наверное, среднячок, даже чуть ниже, но при этом это было все уместно, легко на слух воспринимается, не нужно открывать текста, чтобы все понимать и выкупать. Поэтому я считаю, что это очень удачная попытка. Раньше все время в интернете говорили, что на диссы никогда нельзя отвечать диссами, потому что это заранее гиблое дело. Но я бы не сказал, что тут что-то гиблое. Как будто бы они обменялись такими выстрелами, знаете, в друг друга. И ранили. Но не было еще финального слова за кем-то. Мне интересно продолжение этой всей истории. Очень интересно. А так, блядь, это очень сильно, это хорошо. Я прям заценил. Напишите свое мнение в комментариях и идем дальше. Сода дропнул тречок Майбах. Эксклюзивно для ВК Мьюзик, но вроде на Ютубе я сейчас смотрю, типа тречки есть. Значит, скорее всего, не будет такого же блока, как с Биг Бэйби Тейпом было. Реакция, кстати, есть в моем телеграм-канале. Поэтому давайте просто послушаем. Her, what word, Wex on a beat. Я в
Включил типу свой демгон, загнался, это видно по его глазам. Сколько бы ни скурил газа, он помнит, что никогда не сможет так же сам. Я легенда, ведь ты слышишь, как говорю, это в майк. Когда я делаю Диану грязной, чувствую себя, как рыпущий Майкл. Если ты не респектуешь мою жопу, или ты хочешь проверить меня, у меня дохуя есть что терять, так что не вынуждай меня это терять. Они все жесткие, пока не встретят хуйню, из которой вылетают пули. Стал знаменитым, как только мой флоу принес кэш вместе с уважением улиц. Свинцовые псины готовы к полету, и все, что осталось, командовать взять. Они пиздят мои панчи и строчки, будто это... Вот это очень хорошая и удачная раскладка, как по мне. До этого было что-то такое, типа, ну... А тут прямо он ворвался здорово. Те с уважением улицы. Свинцовые псины готовы к полету, и все, что осталось, командовать взять. И они пиздят мои панчи и строчки, будто это я им скомандовал взять. Мы с пацанами в салоне, он большой и мягкий, это называется май. Едем как будто ток из ювелирки, прозрачные льдинки сверкают на пальцах. А вы типа смешные, гальцев, узкие глаза. Это китайцам, бро, я просто обфагался. Все, что я хочу, попить и ебаться. Ты не мой друг, тогда, блядь, чего вдруг я сейчас должен тебе улыбаться? У этой суки нет шнурков на ботинках, но она вынуждена нагибаться. Я включил типу свой демгон, загнался, это видно по его глазам. Сколько бы ни скурил газа, он помнит, что не... По идее, должен быть еще второй куплет. Никогда не сможет так же сам. Я легенда, ведь ты слышишь, как говорю, это в майк. Когда я делаю Диану грязной, чувствую себя, как рыпущий Майкл. Бля, мне не особо нравится припев по раскладке здесь. Типа, двушка-двушка по рифмам. И Майк, Майкл, ну как-то, блядь, не целостно. Я не бас, но я синоним к слову бас. Я не пас, если кто из вас мне даст на пас. Не напрасно закончил так много классов. Я не саны, но могу тебя размазать. Деньги на мне, как шалава. Деньги любят соду лава. Я люблю их, это правда. Я его, сука, не снимаю джинсы, чтоб чувствовать деньги в карманах. Кастую без магии, палочки, мне нужна мула. Это и есть... Вот второй куплетик тоже бодрый. Мама, я люблю милку одну маму, я бы не трахнул. Это и есть моя мама. Я говорю только факты, напиток и в жизни. Это и есть моя правда. Глядя на твоих типов, будто смотрю шесть кадров. Это и есть твоя банда. That's all, да? Блять, ну трючок просто хороший, типа. Он сделал в таком стилечке, не особо привычном. И для последних треков Соды, да, мы там помним Native Strangers, мы помним то, что выходило еще, и там не было такого звука, здесь он прибавил экспрессии, агрессии, какой-то очень минималистичный такой биточек, даже что-то в стиле, я бы сказал, Scum of the Pod 2, вообще трючок в целом, и я не могу сказать, что меня это как-то зацепило, поэтому... Нет, стоп. Были 100% хорошие моменты. Были 100% хорошие моменты, которые я озвучивал уже. Там типа и пару барсов он накинул интересных. Но, как по мне, припев совершенно неудачный. Начало трека мне тоже не понравилось, соответственно. И вот типа только потом разгоночный куплетик, там вот эта вот частичка куплета. Второй куплет хорош. Но, блядь, для меня это, наверное, семерочка, восьмерочка. Типа... Я не могу сказать, что Сода впечатлил этим треком. Он сделал хорошо, но не под настроение мое, может быть. Вот так вот. Напишите свое мнение в комментариях. И идем дальше. И последним тречком в дайджест я решил взять Сидоджи. Как я полагаю, трек называется Джерси. Я что-то прям вот буквально там часика три назад увидел сниппет. Я вообще, в принципе, могу послушать Сидоджи. Это что-то интересное чаще всего. Плюс это как-то своеобразно, уникально, интересно звучит, поэтому мне вполне приятно делать реакцию на этот трек. Я надеюсь, и вам приятно это смотреть. Go! Она любит все, когда я сзади. Завел ее, как Кавасаки. Тобой я не прикасаем. Сука, нам нечем оставить. Roll up, васаби. Мои джи с красными глазами. Все в черно-белом, как дизайнер. Я занят, я занят. Успей закинуть мне респект, you know. Слэп, 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 выключай тебе свет, you know. Эй, бро, мне нужен полный стэк, you know. Хочешь подняться, могу поднять тебя на спех, you know. Forward, home run, аккуратно отправляю фол. Man like, man how. Бля, по раскладкам хорошо. You know, па, покидай даунтаун. You know, headshot, 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 слил еще один аккаунт.
you know. Мы заходим в этот поворот. Если чё, мы раньше не встречались. Не звони мне с новых номеров. You know, you know. Лоб за роли лоба на дорогах. You know, you know. Но забыл, в России нет дорог. Я кручу новый, как Джерси. Baby, ты выглядишь секси. Пусть летят, как у Джерси. Yeah, Джерси. Бля, хорошо чувствует, хорошо. Я кручу новый, как Джерси. С певелик больше, чем Гэсби. Или мы везем по Джерси. Бля, Джерси вообще охуенный стилёк, на самом деле. Типа, под ним подвигаться, бля, охуительно. Охуительно, чуваки. Я вот сам думаю записать какой-нибудь трючок в Джерси стиле. Чё вы вообще? Джерси Клабчик интересен вам? Не любитель фуг, но я кручу как в центре фуга. Роет это так тупо, реперо как сука. Ждет момента в центре круга. Что за раз пальцовки показал этот наруд? Да, да, догадаться, что ты долбоёб, было не трудно. Бигфут, я влетел в игру, ты видел, что я создал папку. Не теряя веру, напиздел, я напиздел ему в обратку. Не могу молчать, ведь я хотел пожать, а это, блядь, не сомни мангу. Если мы знакомы, значит, что я тебя трахну. Я кручу новый, как Джерси. Baby, ты выглядишь секси. С голосом хорошо поигрался. На припевчике у него такой, он прям... Бля, я даже не знаю, меланхоличным его не назвать, наверное. Ну вот он поддавил там, где нужно, поняли? И показал вот этот свой настоящий голос, и поддавил им туда, куда нужно. И на куплетах сделал классику. Хороший, охуенный трачок. Это хорошо. Это пизда. Мне это нравится. Во-первых, я в последнее время прям кайфую с Джерси. Для меня это прям что-то новенькое в музле, и мне нравится, что оно дошло до рашки и начинает постепенно форситься. И во-вторых, ну, блядь, трючок на хорошем уровне. То есть это стандартный Сидоджи, но в плане рамок большего творчества в сравнении с другими артистами это звучит интересно. И я бы с удовольствием это послушал. То есть для меня это, если судить объективно, наверное, крепкая десяточка в плане, вот как там флом, да, вот это вот раскидывает. Тут по баллам очень много, как мне кажется. Потому что и рифмы, ритмика, тут, блядь, харизма, все вот это есть. И атмосферка хорошая. Но вот если субъективно мое мнение, то это, наверное, крепкая девяточка. Я бы это закинул, но ебальничек у меня прям сильно не порвался. Вот так вот я скажу. Напишите свое мнение по поводу этого трека в комментариях. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и стримы. Заходите в описание, там есть куча ссылок на мои соцсети, подписывайтесь на них. Ну а с вами был Must Head, спасибо, что посмотрели, всем удачи и всем пока.